Хизри Шексаидов принял участие в 4-м заседании молодежного парламента при Народном собрании Республики Дагестан. Все подробности в нашем следующем сюжете. Молодые парламентарии подготовили свои предложения законопроектов, в которых отразили свое видение общественных и политических процессов. В частности, они предложили внести в положение о молодежном парламенте изменения, согласно которым 50% членов парламента избираются по представлению региональных отделений политических партий, имеющих представительство в Народном собрании. Остальные 50% избирать на конкурсной основе. Свое видение развития физкультуры и спорта в республике они изложили в проекте закона о детской и юношеской и студенческом спорте в Республике Дагестан, где предлагают повышать квалификацию тренеров, преподавателей физкультуры, создавать лиги студенческого спорта и центры спортивной медицины. Председатель Народного собрания Хизри Шексаидов, приветствуя молодых парламентариев, отметил, что молодежь своей активной жизненной позиции должна влиять на все процессы в обществе. Будет это санитарное состояние родного села или города, коррумпированность чиновников или экстремистские радикальные проявления. Мы за то, чтобы открыть вам дорогу. Но дорогу осилит кто? Идущий. Вам надо двигаться, вам надо идти твердым таким шагом, заявлять о себе и ничего не бояться. Мы все единомышленники. Мы за то, чтобы Дагестан расцветал. В Дагестане был мир и порядок. А за вами будущее Дагестана. Вам надо работать, вам надо поднимать и экономику, и бороться со всеми этими негативными явлениями. Я надеюсь на вас, желаю вам успеха и хочу еще раз сказать, что я ваш сторонник и всячески буду вас поддерживать и помогать вам. Успехов вам в вашей работе. Далее члены молодежного парламента предложили провести парламентские слушания и обсудить причины увеличения среди молодежи тенденций к увлечению идеями радикализма и правового нигилизма. Общероссийский съезд дагестанской молодежи, который будет способствовать воспитанию ее в духе толерантности, терпимости, поможет пропаганде исконных дагестанских нравственных ценностей. Члены молодежного парламента предложили также внести изменения в отдельные законодательные акты, в частности, закон о болельщиках и кодекс об административных правонарушениях, касающиеся ответственности болельщиков. На заседании были также обсуждены вопросы о проведении форума молодых парламентариев республики, молодежные проекты и другие вопросы.